Тренажеры в спортивном зале села Быков-Отрог ждут своего часа. В помещении проводится капитальный ремонт для того, чтобы ребята могли тренироваться в комфортных условиях. Эти работы проводятся в рамках проекта «Дростсело», который стартовал в 2015 году. Кормежка стала первым селом Балаковского района, где администрация отремонтировала зал, а компания «Фосагро» приобрела весь необходимый инвентарь и оборудование. Проект оказался действительно нужным для сельчан, даже не только для детей. И тогда в этот проект подключились и местные депутаты. Совместно с депутатами и компанией «Фосагро» уже развиваем этот проект. Уже в этом году это расширилось. У нас общая сложность 10 сел. В Быковом Отроге решили сделать центр греко-римской борьбы, поскольку этот вид спорта очень популярен среди подрастающего поколения. Раньше здесь был маленький зал, в котором занимались около 60 местных ребятишек. А после реконструкции здания он будет длиной 27 метров и сможет вместить юных спортсменов и из ближайших сел. Такие проекты очень интересны для администрации города, для развития именно вот спортивной инфраструктуры. Реконструкция этого зала – это настоящий подарок будет для ребят, которые здесь занимаются, в данный момент здесь занимается более 60 человек, мальчишек и девчонок. Очень востребован у нас вообще, в принципе, греко-римская борьба на территории Балаковского муниципального района. Проводить тренировки в отремонтированном зале будут наставники из спортшколы «Олимпик». Этот проект будет реализован в течение 2 лет. Этот год вот спортивный зал отремонтируем, тренажерный зал отремонтируем, запустим детей. А на следующий год уже у нас пойдет музей в этом же здании, и будет и игровой зал, где, скорее всего, шахматный это клуб мы запустим. Так что ребята не только боролись, да, еще головой работали. Ремонт и инвентарь зданий за счет средств компании «Фосагро». С благоустройством прилегающей территории помогает спортшкола «Олимпик». Кроме этого, в рамках проекта «Дростсело» на условиях софинансирования с администрацией района проводятся работы в селах Комсомольское, Новополеводино и Малое Перекопное. Инвентарь уже закуплены. Ждем, когда ремонт закончится, и торжественно вручить им инвентарь от компании «Фосагро» и от «Дрозда». Тренажерные залы, которые появились в селах Быково-Отрогского муниципального образования при поддержке «Фосагро», очень популярны. Причем заниматься здесь могут не только дети, но и их родители. Кто желает заниматься, пожалуйста, будет заниматься. И здесь стоит тренажерный зал. Мы не закроем этот центр на ночь, там, ключом, только дети, нет. Захотят взрослые заниматься, пожалуйста, пусть приходят заниматься. Захотят шахматы играть, ради бога, пусть приходят и играют.